Возможности сделать прививку Андрей Смаль ждал с нетерпением. Мужчина работает в фирме, которая занимается ремонтом оборудования и хочет оставаться в строю. Как только появилась возможность, Андрей вместе с супругой сделали первый компонент вакцины. Говорит, никаких побочных эффектов не было, кроме сонливости. Сегодня сделал второй компонент. Бояться устал. За себя, за близких. И опять же, я так думаю, что чем больше провакцинируется, тем меньше этой заразы будет. И тем безопаснее всем остальным будет. В поликлинике рассказывают, самарцы активно прививаются в любом возрасте. И молодые, и люди преклонных лет. После введения первого компонента каждому пациенту дают памятку, в которой написано, что необходимо предпринять в случае возникновения аллергической реакции. Небольшое повышение температуры и легкая ломота пугать не должны. Мы просим пациентов не покидать медицинскую организацию в течение первых 30 минут после выполнения прививки, для того, чтобы в случае возникновения у них острой аллергической реакции, мы смогли им своевременно оказать медицинскую помощь. Но за период, прошедший с начала января по сегодняшний день, у нас в медицинской организации не зафиксировано ни одной тяжелой аллергической реакции. Прививка делается бесплатно. Записаться на вакцинацию можно как по телефону горячей линии 122, так и на сайте госуслуг в разделе «Лист ожидания». Кроме того, можно отправить сообщение на специально выделенный номер телефона. В каждой поликлинике он свой. Или записаться на приеме у врача-терапевта, обратившись к нему с другой проблемой. Виктория Шаре, «События».